Салем, Достар. Ребята, ну что, недавно проводил голосование. Подавляющее большинство высказались о том, чтобы все-таки, наверное, перестать смотреть «Карапайм Кайрат», к сожалению. Сколько там, по-моему, 5 или 6 человек на данный момент. Вроде бы так, сейчас еще раз показать результаты. За 10, против 22. Ну, в принципе, ровно в 2 раза, да? Ровно в 2 раза. Ой, не знаю, ребят, не знаю. Что-то тоже сериал так с просадками. Ну ладно, как бы не об этом речь. Выбираем, что смотреть дальше. И вот, собственно, в комментариях поступило такое предложение. Сделай реакции на трейлеры «Игра престолов» и «Бумажный домик». И мы тебе скажем по твоему лицу, ну типа по выражению, да, по эмоциям, какой смотреть. Ребята, «Бумажный домик» я вообще впервые слышу об этом сериале. «Игра престолов», конечно же, я знаю, что это такое, но ни одну серию смотрел, потому что я думал, ну это какая-то фэнтези, сказка, типа что. Вообще не, раньше особо сериал-то и не смотрел, а то вот сейчас благодаря реакциям начал смотреть и просто открываю себя мир других мужчин, ой, мир сериалов. Давайте смотреть, сперва посмотрим «Игру престолов», трейлер первого сезона, ну а затем «Бумажный домик». Напоминаю, что все буду смотреть впервые. А вы в комментариях потом напишите, какое сравнение сделать, ну, еще с какими сериалами, по вашему мнению. Потом мы будем выбирать, какой все-таки смотреть. Так, «Игра престолов». Сгор. Прискакал стражник с гор. Они поймали дезертира из ночного дозора. Ночной дозор. Белых ходоков. Из королевской гавани прилетел ворон. Джон Арен умер. Лихорадка унесла его. Ты должен быть десницей короля. Король едет в Винтерфелл. Ты помог мне завоевать Железный Трон, теперь помоги сохранить его. Нам суждено править вместе. Я дам ему королеву, а он даст мне войско. Тот, кто будет писать историю моего правления, сестрица, скажет, что оно началось сегодня. Какие новости? Она пишет, что Джона Арена убили. Ланнистеры. Джон Арен, да? Эрон Йейгер. Так, ну... Ребят, судя по трейлеру, вообще ничего не понятно, но, наверное, оно только должно быть, да? Мы же не будем все в трейлере сразу, да? Раскрывать все карты, вернее, нам не будут. Но, если честно, мне особо этот жанр как бы не нравится. Ну, может быть, потому что я его просто не смотрел. Вот это вот а-ля сказка, фэнтези, какие-то хоббиты, фрогобегеты, вот эти вот «Властелины колец», «Игра престолов». Для меня это вот все это из этой одной серии. С одной стороны, да? А с другой стороны, я же это не смотрел. Может быть, оно также тебя затянет. Ну, блин, не зря же этот сериал знает во всем мире. Не знаю, ребят. Ну, по трейлеру такое себе. По трейлеру нам ничего не показали. Так, а теперь «Бумажный дом». Написали в комментариях «Бумажный домик». Ну, это, наверное, просто так написали, да? Все-таки сериал называется «Бумажный дом». Давайте его чекнем. Что это за «Бумажный дом»? Выйти, бросить деньги, выстрелить в землю, вернуться. Я слышала это уже 30 раз.
прежде всего... Ну, для меня это уже как бы... Если брать из этих двух сериалов, все-таки этот немножко подкупает тем, что это плюс-минус наше время. Не плюс-минус, а это прям наше время и наша реальность. Такое мне ближе. Или фантастика мне нравится, но вот эти вот исторические баталии как будто бы не мое. Доброе утро. Либо стреляешь ты, либо выстрелю я. Даю 10 секунд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Это игрушка, Артурита, но ты молодец. Молодец. Это подарок. Забирай. Будешь жить, да? Мы печатаем свои собственные бабки. Как же это здорово. Че, пуш сорвали? Да что с вами такое? Сдается мне, они рано радуются. Ура! Как это обычно бывает. Ну, не знаю, ребят. Не разделяю, наверное, того мнения, которое автор написал, изложив его посредством комментария, то, что там у меня что-то с лицом изменится, да, и все будет очевидно. Как бы пока не особо очевидно, нету такого явного предпочтения, хотя все-таки есть, наверное, то, что все-таки это наше время плюс-минус происходит. Мне вот это вот нравится. А вот эти вот сказки, ну, так же я и к аниме раньше относился, да, что мультик, а сейчас в Наруто. Может быть, также к Властелину, ой, Властелину, к Игре престолов буду относиться. В общем, ребята, пишите в комментариях ваше мнение. Также предлагайте вот на такое сравнение и другие сериалы. В принципе, трейлеры нормальные. То есть тут нам ничего не показано явного, да? То есть, ну, понятно, тут ограбление банка, а там какие-то исторические вот эти вот хитросплетения там. Ты будешь лучше меня, эта история начнется с меня, то есть там становление каких-то вот этих вот королевских семей, плюс-минус, наверное, да, в «Игре престолов». Так что, я думаю, вполне можно дальше продолжить так смотреть. И, наверное, в самое ближайшее время устроим голосование, финальное голосование, где и определится следующий сериал на реакцию. Там как раз плюс-минус, я так понимаю, и «Во все тяжкие» закончим смотреть. В общем, так и сделаем. Жду вашего мнения в комментариях. На этом все. Всем пока. Удачи. До встречи.